Станислав Александрович, первая игра из двух контрольных завершилась перед Евро. Насколько оправдала результаты сам футбол, показанной командой, ожидания сегодня? Ну, не могу сказать, что игра была целостная. Естественно, мы начали не так, как планировали, пропустили сразу гол, потом взяли игру под контроль. Ну, были моменты, когда мы реально играли так, как планировали, но бывали пятиминутки, десятиминутки, когда не владели инициативой и неправильно располагались, поэтому соперник так как-то нас повозил моментами. А так то, что мы планировали, выполнили, что в Австрии, что здесь, нагрузки не скидывали, поэтому сегодня 6 замен было. По той или иной позиции, так как мы хотели дать поиграть. Сейчас у нас с болгарами еще один контрольный матч, и посмотрим, кто как восстановится, кто в какой форме, чтобы мы, чемпионат Европы, все игроки, которые в обойме, подошли в оптимальном состоянии. Быстрый гол как-то повлиял на действие команды? Не часто мы пропускаем на первых вот так минутах. Да? Повлиял на табло, но не повлиял на настрой, на понимание того, что нам дальше делать. Мы от своей игры не отошли. Понятно, это неприятный момент. Кстати, момента я не видел. В эту секунду я отвернулся, не могу сказать, как это произошло. Другое дело, что мы пропустили. Реакция команды мне понравилась. Мы продолжали играть так, как хотели, независимо от пропущенного мяча. И хороший гол забили, так как и мы планировали. Но еще раз повторяю, на таком уровне надо максимально концентрированно играть в любые минуты. Сборная Польши показала примерно тот футбол, который вы ожидали, изучали несколько матчей. Я сам год работал в Польше, знаю, как они играют, очень любят вторым номером играть, выбегать быстрые контратаки. Если обратили внимание, они все моменты, которые и полумоменты, которые были, они сделали, когда быстрые атаки у них шли. Позиционная атака, что в клубном футболе, что в сборной, не до конца выстроена или не хотят так играть, я не знаю. Ну, вот быстрые атаки у них проходят. Поэтому мы сегодня обращали на это внимание. Но все равно несколько контратак мы пропустили. Все, спасибо. Пожалуйста.